Для того, чтобы похудели ноги, необходимо задействовать не только комплекс упражнений, но и пересмотреть свои пищевые предпочтения. Гарантия снижения веса заключена в простой формуле – ограничение калорийности плюс физические нагрузки. Отказавшись от высококалорийных блюд и регулярно выполняя комплекс упражнений, можно достаточно быстро достичь отличных результатов, даже в домашних условиях. Подпишитесь на наш канал, вы не пожалеете! А если ваш комментарий не наберет лайки, вы получите 1000 рублей, как предыдущий подписчик. Приседания плие. Хорошо прорабатывает мышцы ног с акцентом на внутреннюю поверхность бедра. Эта область нуждается в хорошей нагрузке, так как бывает обычно мало задействована в повседневности. Именно в этой части бедра обычно бывает развита подкожно-жировая клетчатка, с которой бывает непросто справиться. Выполняем приседания с прямой спиной. Руки вытянуты параллельно полу, ноги шире плеч, носки слегка развернуты наружу. Присед делаем не полностью, колени при этом не выходят за носочки. 12 повторений по 4 подхода. Велосипед. Работают мышцы пресса, бедер, прорабатываются коленные суставы. Хорошо подходит для похудения живота. Формируется стройная область колена и бедра. Лежа на спине, руки заводим за голову. Упражнение выполняем с упором на поясницу. Ноги приподнимаем над полом. Поочередно сгибая ноги в коленных суставах, едем на велосипеде. Выполняем 10-12 упражнений с несколькими подходами. Выпады с выпрыгиванием. Это упражнение научит ваше тело балансу и прокачает ягодицы, бицепсы бедра и пресс. Встаньте прямо, спина должна быть прямая. Сделайте шаг вперед и присядьте так, чтобы бедро передней ноги было параллельно полу. Выполните прыжок, одновременно меняя положение ноги. Сначала вам будет трудно держать равновесие, зато потом вы будете в этом настоящем профи. Сделайте упражнение 20 раз. Махи ногами. Отлично прорабатывает бедро с упором на переднюю его часть, большую и малую ягодичные мышцы. Выполняется в несколько вариантов. Становимся на четвереньки с упором на кисти рук и колени. Совершаем махи, слегка согнутых в колени ногой с максимальной амплитудой. Выполняем 20 упражнений для каждой ноги с 2-3 повторениями. Между подходами отдых в течение 30 секунд. Упражнение «Стульчик». Распространенное упражнение, которое дает хорошую нагрузку на все мышцы. Отлично сжигает калории. Статические упражнения хороши тем, что в короткое время дают возможность проработать все мышцы. Стоя спиной к стене, отступаем от нее на половину шага и начинаем потихоньку опускаться, как бы садясь на стул. В тазобедренных и коленных суставах повторяем изгиб конструкции стула. Держим позу 30 секунд. Делаем 3 подхода. Если вам понравилось, поставьте лайк, поддержите наш канал и подпишитесь, если еще этого не сделали. Смотрите предыдущие ролики. Хорошего настроения. До скорого!